Сегодня на этой сцене будет действительно жарко, ведь 17 конкурсанток из разных регионов Кыргызстана борются за право стать самой красивой девушкой страны. Победительницу конкурса ждет действительно ценный приз. Она сможет представлять Кыргызстан на конкурсе «Мисс Мира», который пройдет в декабре в Лондоне. Но чтобы победить, девушки должны были продемонстрировать не только внешние данные, но и показать свои лидерские качества во время самопрезентации, проявить таланты, ответить на каверзные вопросы ведущих, а также продефилировать по подиуму в вечерних платьях. В итоге самой красивой девушкой стала Айджан Чыначева из Нарына. То есть, каждая из них была достойна на самом деле этого титула. Благодарю за этот месяц, за то, что вы были добры ко мне. Вы лучшие. Блин, Ангелина, люблю тебя.